скажем, кого-то двух, кого-то трех, кого-то пятиэтажным, кого-то вообще на два подъезда. Димонька, давай все-таки ты попробуй хорошему танцору неудобно, жопу, да. А хорошему танцору, стой, треба свои шорты. Давайте музыку. Давай. Дух. Ой, красава! Умничка! Я сейчас тебе расскажу прикол, Дима, по поводу... Короче, у нас, короче, игра «Ксюшин муж». Начинаем продеваться, а Дрюха забывает шорты. А там, как в школе снимали зал, и там такие валялись какие-то шорты. Ты же нашел шорты красные, «Адидас» с такими полосками. Одевай, он таким натяжечку, я тебе играю. А что? Я даже по шорты играл. Не в трусах же. Вибачте. Дітай злякав. Чемпіон. Я би собі ноги підбивав, понимаєш? 42-й. Кажани. Ти подавав мені? Подавав. Ні, після мене не подає. Нормально в руки подаешь, он же херни. На, полюти. Куды? На, тащи. Да, полюти. Я дай посмотрю. Два пальцевые. А, значит, это помылка. Батя по словам.
тебя разорвали во время полета. Я их успех поднятый, вот так. Я смотрю, вроде бы нормально. Потом... Мужик, да, в Дирченко подавать. А я ж по центру подавал. Нас. Туди. Перепадай. Два раза попадай. А я ж в центр подав. Скажу ще раз. Два раза попадай. Лимон. Димон, лимон, чуєш? Там за тебе щось каже. На ДТФ. Це твоя булочка. Димон, лимон. Димону, лимону, вітання. Ніхто не вмикає твоя булочка завжди тебе подальше. Діва, про булочку твою. Можно. Наконец-то первый удар, Дима! Доводка нормально? Вот он такой нормально доводка? Нет, я...
Ну херня! В смысле? Ты в это прям Если бы ты сказал, я бы не снял. Саня! 0-0 контрольный? Сань, якщо залітає, ти побіжиш. 10-20. Я біжу, так? Добре. Я. 1-0. 1-2.
Так давай я як Ксюша поіграю. Ти що, ви не проти? Мені все влаштовує. Ні, зараз тобі важливо. Ти спробуєш пограти з Дмитром.